Вот он! Это Ростик в тумане. Ой, как красиво! Срочно шубу Ростики легенд, реальная душа. А вот легенда, вот он. Вот это знаешь. Вон туда посмотрите, Ростик легенда на втором зоне сидит. Шума Ростику срочно! Шума Ростику срочно уход. Все внимание на Ростика, будет полный этот трек. Хорошо, меня в конце схватили. О, Ростик, пойдем. Нормально, ребята. Ростик сейчас настоящим голосом говорил, ребят. Настоящий голос Ростика. Чего, блин? А ты можешь просто рот пооткрывать? Я поговорю. Да. Я, бля, прям смотрел. Не, это мило. Мне да. Прям сердце. Это ты сам нарисовал, да? Девчонкам отдал? Что случилось? Это не я. Спасибо огромное, во-первых, Ростику за то, что с нами съездил, плюс вайп сделал. Спасибо Ростику, что он не спрыгнул. Знали бы вы, как он вчера, скажем так, в отеле были девчонки такие. Ну как, такие? Нормально. Легкого поведения нормально. Были девчонки, естественно, я и Саня Парадевич, мы сидели в номере, я это вот зуб даю. Ростик выходит в коридор, там эти девчонки, он говорит одной: «Малышечка, теряйся!» Она такая: «В смысле теряйся?» Он говорит: «Теряйся, шлюха!» Ну, не так говорил. А она просто, она его задела, она до этого к нему начинает, ну, типа, вот так на него смотрела, нахуй. А он против того, чтобы бухие девушки приставали к нему, правильно? Они были не бухие. Маты я не говорил. Они были...
подпасен. Маты ей не говорил. Ладно, маты не говорил. Но я услышал, она нет. Маты не говорил. Матов не было. Маты не говорил. Дура, дура, супер, дура. Ты влоги снимаешь? Я влог снимаю. Я просто сказал. Ты первый или у тебя уже был? Просто сказал. Романтик. Такой концерт нормальный. Да. Любовь, все знаешь. Да. Живой, секс, живой любви. А когда... Шо? Какое слово? Секс? Не, вчера был отдых по-белорусски, реально. Рости! А, о, фото на память. У девушки.